Всем привет, друзья, с вами Варчик. Тут довелось мне заглянуть на 4-й левел. Думал покачать баджера, но что-то до Т2 докачался и передумал. Но все-таки покатался на Олекта. И после этого я понял, что надо посмотреть, а кто же может составить конкуренцию Олекта в плане нанесения урона и вообще нагибания все на 4-м левеле. И понял, что по орудию конкурентов у Олекта практически нет. Да и в принципе конкурентов особо-то немного. У нас на 4-м левеле в плане конкурентов могут быть Т-28Э с F-30, но там пушка про альфу кривая, да и танк похож на корабль. Обычный Т-28, но там тоже пушка не такая и сам танк не очень-то такой большой, ватный. Сложно на нем играть. Су-85Б, но там пушка будет покривее, да и удельная мощность намного хуже. Следующие конкуренты это Мардер-38Т, там пушка чуть-чуть получше будет, ну или примерно такая же, просто чуть-чуть больше с альфой. Но удельная мощность, высота танка желает оставлять лучшего. Есть еще эта немецкая какая-то там черепашка, там название ему поменяли, непонятное, даже читать боюсь. Но там оно слепое и не ездит. А на 4-м уровне нам главное что? Скорость, офигенная пушка и обзор. Если на Олекта поставить досылатель сетку врага, то мы получаем офигенную маскировку, хороший обзор, удельная мощность 22, вообще как ураган носится, пушка просто космос. Но пушка офигенная, не топовая, а 4 уровня, которая идет в никуда. Там пробитие 110, альфа 75, точность 0.37, сведение там 1.5 секунды, короче, шмаляет. Ну еще какие там конкуренты могут быть? Еще есть конкурент в виде М8А1, но там опять же удельная мощность меньше, да и точность хуже. Единственное, что у М8А1 очень хороший ДПМ. Прям такие жесткие. Но стрелять криво это не мое. Вот и получается, что казалось бы обычная какая-то телега с пушкой. Но не совсем-то и обычная. Играть на 4-м уровне достаточно легко. Запоминаешь нормальные кусты на каждой карте. Даже на коридорной карте можно найти нормальные кемперские позиции. И просто стоять, настреливать урон. Много ума там не надо на 4-м левеле, чтобы побеждать. Потому что там играют одни просто поплавки. Куда его бросили, там оно и плавает. Мне кажется, Олекта это самая имбовая телега на 4-м левеле. Но есть танки, которые подбираются по имбовости к ней. Но немножко они не такие. А что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Я ни в коем разе не рассматривал танки с фугасницами. Это не мое. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.